Смотрим внимательно. 15 номер у мяча. Навес на ближнюю штангу. И что, мяч на воротах! 2-2! Забивает Чертанова. Кто забил, непонятно. Но вновь хорошая передача Максима Глушенкова. Уже не первая в этом сезоне со стандарт. Может быть, на самого Макса этот мяч записать. И будет у него дубль тогда в этой встрече. Да, вот так вот стандартное положение пришло на помощь Чертанова. Нам оценить сейчас, не видя повтора, каким образом мяч в итоге юркнул в сетку, но создали плотность игроки в белых футболках на линии вратарской. В итоге Денис Вавилин оказался в невыгодной ситуации.